together, Mike and I are about to lift the veil of secrecy on some of Hollywood's hottest filming locations. I am going to show you where Disney Pirates of the Caribbean. Нас предупреждают, что камера будет в воде, но мы этого не боимся. Some summer movies were filmed, like Tom Cruise's Night and Day, Leo DiCaprio's Inception. A lot of TV shows call us home. Shows like CSI Las Vegas, Parenthood, Las Vegas, Desperate Housewives. You're going to see a lot of great things. Keep the cameras handy for sure. But right now we're going to take care of our safety. Like maybe you drop something overboard or you have sound or video problems. Anything like that, you need to let us know by pulling the cord that runs along the middle of the tram ceiling. I'll come back and help you out, okay? Here's what it looks like when you pull the cord, by the way. Thanks, Frankie. Remain seated when the tram's in motion. Keep your arms and legs inside at all times. Wow, that one happens to be incorrect. No smoking. Come on, Frankie. No smoking. Предупреждаю. Здесь очень борются с курением. Сигареты дорогие. Никто не курит, но всех предупреждает. Но смоким. Обслуживающий персонал есть на таких. Каких годах Universal Pictures брала Оскары, за какие фильмы? Гамлет, Филон Халк, Спартак, сколько Оскаров набрал. То есть Universal Pictures рекламирует свои фильмы. Лучшие фильмы, которые они сняли на этой студии. 85-й, Африка, пожар не машет нам рукой. Такое путешествие мы путешествие приступили. Аполлон 13, Эдит Мерфи, Мумия, American Pilsner, Бенс, такой гладиатор в 2000 году. 2000 Нахабал. В общем, какие-то фильмы, которые знать даже мы не помним. О, вот здесь можно на ботиках покататься. Все готовится. Сейчас мы, наверное, какой-нибудь павильон. Вот это павильон Universal. Hey, we're heading into the nerve center of Universal Studios Hollywood. It's our front lawn. This is where we do indoor filming on sound stages, buildings that are virtually soundproof. Now we have. Вот здесь даже идет уже процесс съемочный. This place is huge, and we still use them. В павильонах снимаются фильмы. In fact, this whole row coming up on your left will be really fun. Одновременно туристы, одновременно снимаются в павильонах какие-то фильмы. Все разумно. Работа, туристы, деньги. Все систематизировано. Таких траках ездит на съемочный процесс. Здесь все есть для съемок, страховок, палок, елок. И происходят съемки. Да, действительно. Америка это фабрика берет. Фабрика съемок, фильм это бизнес, который никогда не умрет. И отдых, и съемки. Вот в павильонах что-то там снимается. Видимо, вот здесь реклама фильма, который снимается. Скоро мы, наверное, его увидим. В перерывах съемочного процесса. Вот артисты, работники. Yeah.
Вот здесь на съемке, вот другой какой-то фильм снимается. Ален. Техники готовятся к работе. Ранго. Brand new one with Johnny Depp. It'll be opening in March, and later this year we're going to be doing the greatest Muppet movie ever made. And the title of it? The greatest Muppet movie ever made. Мы едем по студии. Мы едем по студии. Супермашины. Это, наверное, машины актеров. А вот здесь, в этом павильоне, снимал «Дилемма», который сейчас выходит на экран. «The Cup». Тоже такой стиль снимается. В каждом павильоне павильон закреплен за каким-то фильмом. И декорации, видимо, все меняется, в одном павильоне все снимается. Вот так у них снимается фильм. We're a lot more than NBC and Universal. We're also the USA Network, CNBC, MSNBC, Telemundo.